Я так думаю, что он еще не бывший мой начальник. Я так думаю, что, может, вас справедливость восторжествует, и его выпустят, и мы еще будем с ним работать. Я так думаю. Но я ничего не могу про него плохого сказать. Он человек такой, что с людьми он очень всегда ладил. И помогал, в первую очередь, всегда всем помогал. Кто-то коляску там кому-то надо. Знаете, сколько он добрых дел в Черногорске делал? Детей я, бывало, одевал перед школой. Путевки им в лагеря просто так малообеспеченным откупал. У кого-то коляску там инвалидную надо купить, он ее покупал. Он все делал, какие-то благотворительные концерты для детей устраивал, какие-то праздники новогодние, все оплачивали мы. Не знаю, вы знаете, когда на суде люди, знаете, сколько много приходило за ним, заступаться за него. И все говорили, он же был депутат по округу, он в округе очень помогал. Если к нему люди обращались, он очень сильно помогал людям. У нас тоже, у нас коллектив был хороший, мы, не знаю, зарплату он нам платил вовремя всегда. И если у кого-то какая-то беда, там мама, папа умерли, он всегда помогал деньгами. Отдай там сотню, отдай 50, пусть похоронит маму. Был такой человек, он, для него деньги никогда не были главными. Вот я всегда ему говорила, он говорит, деньги для меня не главное. Для меня главное, чтобы люди меня уважали, чтобы с людьми нормально быть, чтобы мне проклятие про меня не говорили. Он очень был хороший человек. Но почему был? Он есть, дай Бог, чтобы он дальше был.